У нас остались 10 вопросов сейчас к вашему куратору. И сейчас мы будем его вызывать, и после этого мы почистим еще вашу квартиру. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю прийти в эту комнату диагностики куратора или учителя Ларисы. Женщина. Снимается маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Ларисы. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться? Я назовусь Афродита. Афродита. Приветствуем вас, уважаемая Афродита. Вы куратор или учитель? Я куратор. Куратор. Замечательно. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку по просьбе Ларисы. Вытащили из нее все, что ей мешало, аннулировали контракты. Какие-то виковые контракты в ней еще там были. В общем, всего этого сейчас нет. Остались 10 вопросов, которые она хотела бы вам задать, уважаемая Афродита. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Я буду так любезна и готова представить вам. Это моя сестра Ника. Ника? Да. Благодарю вас. А Афродита – это ваше настоящее имя? Или с греческой мифологией вы не имеете ничего общего? Имеем. Но это была раньше греческая мифология. Хорошо. Я не хочу быть слишком любопытным, уважаемая Афродита. Я начинаю тогда с вашего позволения с первого вопроса. Какой уровень моего высшего я? 13. Высшее я 13. Отлично, благодарю вас. Второй вопрос. Какой процент негативной энергии на сегодняшний день я набрала в этом воплощении? 18. 18%, благодарю вас. Третий вопрос. Уважаемый куратор, пожалуйста, расскажите об одном из моих прошлых воплощений, в котором я больше всего сделала для роста своего высшего я. При каких обстоятельствах я получила самый важный опыт для души? Где жила и кем была? Было много земных воплощений, мы вообще любим землю. Здесь очень много удовольствий, которое может получить физическое тело. Душа же здесь в основном учится. Со стертой памятью, несправедливостью жизни и постоянным прогрессом внутри, душе не очень понятно, что нужно делать на земле. Но вот физическое тело, оно наслаждается. Много разных утех для физического тела. Как я уже сказала, было много воплощений. Вопрос был о душе. Вопрос был об одном воплощении рассказать, в котором она больше всего сделала для своего роста высшего я. Ну, значит, о душе. Конечно. Это Ватикан. Ватикан. 1832 год. Мужчина, женщина? Мужчина. Мужчина. Ватикан не пускает женщин, конечно. Библиотека, да. Книги. Именно так я ее вижу, с книгой в руках, огромной. С ключами. Посещение библиотеки. Угу. Раскрытие информации и знаний для себя. Дело в том, что в эту библиотеку никогда не пускали посторонних людей. Это надо иметь высокий доступ, чтобы... Душа развивалась, но молчала. Понятно. Очень много переосмыслений было сделано за эту жизнь. Спокойствие без суеты, осознание, взлеты и падения, осознание неправды и пафоса. От этого падения, переосмысления и рост души на основании знаний. А кем она была тогда в той жизни, если она имела доступ в Ватикан и была мужчиной? Священником? Она жила там. Ах, жила в Ватикане. Понятно. Благодарю вас, уважаемая Афродита. Вы хотели еще что-то добавить? Это один из монашеских уровней, уровни, которому доступны, ну, скажем, некоторые этажи Ватикана. Понятно. Благодарю вас. Уровни.
Ну, конечно, да. Там наверняка по уровням доступ к знаниям. Благодарю вас. Закончили? Да. Хорошо, я благодарю вас. Я перехожу к следующему вопросу. Четвертый. В каком воплощении и при каких обстоятельствах образовался наш с мужем кармический узел? И какую именно кармическую задачу мы с ним должны решить в этой жизни? Мы сегодня разорвали там один контракт кармический, который несколько жизней за ней тянулся, где она там убивала и ее убивали. Может быть, об этом идет речь? Именно об этом. Убийства должны прекратиться. Должна присутствовать гармония. Любовь должна сжечь весь негатив. Только в таком балансе кармический узел будет прерван. Я не буду вдаваться, так как тайна была открыта и опознана. Прелюбодеяние случилось, жажда тела. Я лишь скажу, что в этой тюрьме она была убита копьем, 3 ударами в правый бок. Кровь, которая текла из этих ран, образовала печать в виде тройных полосок. Ах, вот откуда трезубец шел. Да, именно так. Вернув энергию с контракта, вы заполнили эту брешь. Справедливость восстановлена. Отлично. Благодарю вас, уважаемая Афродита, за эту интересную информацию. Можем продолжать? Пожалуйста. 5 вопрос. Почему я не могу забеременеть от мужа Сергея? На это есть веские причины, и как мы можем решить эту ситуацию? Да, есть причины. Чистота, которая вернулась, восстановила баланс в твоем теле. Я бы хотела сказать больше по этому поводу. На сегодняшний день вам открыты тайны генетики, и появление ребенка может произойти другими путями. С помощью генетики. Здесь уже стоит желание, насколько оно сильно и на какие границы оно может перейти. Благодарю вас. Можем продолжать или вы еще хотели? Да. Хорошо. 6 вопрос. Что именно я могу сделать для души своего сына Григория? Какие обязанности как матери я еще не выполнила в наших с ним отношениях? Как мать, ты можешь лишь светить своим светом, пролагая дорогу себе и показывая это своему сыну. У него же своя душа, которая имеет свою ответственность и свой путь. Только пример – это то, что можно отдать ребенку. Как учитель, несущий свет. Если он не поймет это сейчас, поймет позже. Я не буду упоминать такие слова, как доброта и любовь. Только на этом основании можно стать учителем. Не учителем, а примером, которому будут прислушиваться, верить и ждать настоящего совета, которому можно доверять, лишь оставаясь на высоких, чистых, светлых вибрациях, можно стать таким примером. Все остальное не будет замечено. Знания, вибрации и понимание того, что ты делаешь, принесут свои плоды для тебя и твоего ребенка. Вы закончили? Да. Я благодарю вас. Перехожу к 7 вопросу. Какие таланты и способности мне необходимо развивать, чтобы повысить уровень своей осознанности в этом воплощении? Твои вибрации. Повышая свои вибрации, ты словно поднимаешься над суетой, балансируя в этой радости. У тебя есть особенные определенные вибрации с пантеона богов. Они лучатся, излучая определенный искристый свет внутри тебя. Развивая этот свет, поднимая вибрации, основывая новое,
Ты сможешь обладать особенными энергиями. Твои руки смогут работать этими энергиями, расширяя их за пределы тела, балансируя и контролируя. Много знаний вокруг тебя. Баланс должен найден. И понимание. И понимание то, что ты делаешь. Я не могу открывать тайны будущего. Это должно быть твоим решением и выбором. Новые знания напитают тебя и твои вибрации. Продолжай. Благодарю вас. Я смотрю, у нас осталось 3 вопроса, и из них нету, к сожалению, самого главного. Обычно душу всегда интересует, откуда она родом, откуда пришла. Поскольку этого вопроса нет, Пойдем по вопросам. Перехожу к 8 вопросу. Какова моя социальная задача в этой жизни? Работая в какой сфере, я могу быть максимально полезна людям? Работая над собой. Рутина не для тебя. Я еще раз говорю, твои вибрации как могут подниматься вверх, так могут и уходить вниз в негатив. Твои энергии, они как искры, которые ты можешь метать как на нижнем, так и на верхнем уровне. Поэтому суета и рутина — это не твое. Как я уже сказала, этими энергиями ты можешь обладать, расширяя и запуская их, как плотность. Развивай их. Это самое лучшее, что ты можешь делать для себя и окружающих. Пожалуйста, продолжай. Благодарю вас, уважаемая Афродита. Я перехожу к 9-му, предпоследнему вопросу. У меня есть сильное желание пройти обучение регрессивному гипнозу у Влада и Веры. Это мы с Верой. И работать в этом направлении. Насколько это желание совпадает с программой моей души? Не надо программировать. Прислушайся к своим импульсам. Это лучшее, что ты можешь сделать. Осознай их. Я уже сказала раньше, ты должна четко понимать, что ты делаешь. Развитие и новая волна знаний принесет тебе другие вибрации, которых ты сможешь осознать, только изучая что-то новое. Выбор должен быть за тобой. Да, мы тоже заметили, уважаемая Афродита, что кто-то хотел, чтобы ему дали совет, как их поступать, так или нет, но куратор никогда не примет, не возьмет на себя ответственность за решение своего подопечного. Это жизнь, человек сам должен пройти этот путь и сам принять решение. Какое бы оно ни было, оно будет по-любому опыт. Вы закончили с этим Совершенно вопросом? Совершенно верно. Прошу прощения. Да, я закончу. Можем продолжать? Да. И последний вопрос у меня остался, уважаемая Афродита. Недавно меня научили соединяться с единым полем сознания арктурианской группы, синхронизироваться с его энергиями. Вопрос. Несет ли этот канал на 100% арктурианские энергии? И насколько хорошо у меня получается взаимодействовать с этими энергиями? Насколько хорошо? Это вопрос к тебе. Если ты не чувствуешь эти энергии, и твои вибрации балансируют в области нуля, делай сама выводы, насколько хорошо ты соединяешься и твои ли это энергии. И я лишь хочу сказать про твои энергии, которые находятся в тебе внутри. Это как сосуд, наполненный искрами. Эти искры живые. Они делают тебя живой, полной, радостной, осознанной и счастливой. Когда ты грустишь, когда ты недовольна, когда ты метаешь искры, они тухнут или превращаются в гнев. ДНК твоей души состоит из этих искр. Поэтому для тебя так важен позитив и развитие, чтобы эти искры не были вековой пыли. О, да. Сегодня вытащили мы эту вековую пыль. Я первый раз такое видел. Я даже не мог себе представить, что такое возможно при идентификации.
вышел целый шар пыли. Такое бывает, когда душа забывает, кто она. Ах, вот как запылилась, понятно. Твои родные энергии не связаны с Арктуром. Здесь больше ангельских чистых направлений, соединенных с пантеоном богов. Это сверхлюди. Сверхлюди я называю тех, кто обладал большими способностями, чем человек, населявший планету. На сегодняшний день я остановлюсь на этом. Мне не хватает намерения. Я понимаю. Продолжать. Я понимаю, я не хочу действительно тоже, чтобы мы переходили какие-то грани. Вы, как куратор, сами прекрасно понимаете, на какие вопросы отвечать. Мы можем только зачитать эти вопросы, если это праздное любопытство. Меня просто удивило вот это вот, я от себя добавлю, единое поле сознания арктурианской группы. Я не знаю, откуда это учение на Земле, но у нас недавно был человек с этими подключкой, и оказалось, что за эти подключкой стоят космические цивилизации. Вот, меня просто удивило, как человек, не зная, откуда он подключается к арктурианской группе, и вообще зачем подключаться, если ты можешь с какой-то группой, если ты сам можешь соединиться через свой внутренний стержень со своими родными энергиями. Вот эти вопросы мне тоже немножко непонятно. Если вы хотели еще что-то добавить. Да, вот, я хочу добавить, что пожалуйста. Когда я говорю, что тебе нужно понимать, что ты делаешь, это как раз из этой серии. Ага. Не зная своих родных энергий, ты применяешь чужие. И спрашиваешь, работают они или нет. Да, вы правы, абсолютно. Надо сначала все-таки уточнить, а потом уже что-то делать. Если ты не чувствуешь, что они работают, это должно дать тебе сигнал, что это не твое. Замечательный совет, уважаемая Афродита. Ты всегда будешь чувствовать интуитивно твой путь, тебя будет нести к нему, вести и искриться. Благодарю. У нас остались заключительные слова. Благодарю от всего сердца уважаемых Влада и Веры за посредничество, за возможность получить истинные знания и благодарю моего куратора за все его ответы. И я благодарю вас. Я лишь хотела бы добавить по поводу того, что ты сказал про другие цивилизации и подключки к арктурианским каналам. Да. Если смотреть шире, что все мы космические цивилизации, проходящие на Земле свой опыт, получающие на Земле свой опыт и проходящие свои программы и цели. Я лишь хотела обобщить этот момент, чтобы вы понимали, насколько вы сильны, проживая на Земле. Космические души, помещенные в биороботы. Вы все сами должны защищать свою планету. Вы уже на Земле. Арктурианцы, плеядианцы, лирианцы и многие-многие другие. Вам не нужно ждать помощи, вы уже здесь. Объединитесь и защитите свою планету. И тут мы приходим к слову «осознанность». Если бы она у нас была до такой степени развита, я думаю, это бы уже давно состоялось. Вы прогрессируете, иначе да. Бы мы не были здесь. Да, это верно. Раньше таких технологий не было. Уважаемая Афродита, мы с вопросами закончили. У нас остался один-единственный нюанс. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики, о которой вы еще не знаете. Каждому куратору, каждому учителю, который приходит к нам, к сожалению, мы не знаем, откуда вы, мы всегда делаем один определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми и сочными ягодами, которые только есть на Земле. 1, 2, 3. И мы спрашиваем уважаемого куратора Афродиту, будет ли она так любезна принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту прекрасную встречу с ее подопечной, за ее помощь и просто на добрые воспоминания.
Очень много навеял мне ваш подарок. Я благодарю от всего своего сердца Вы жили на земле, за да? эти счастливые минуты. Я хочу добавить по твоему замечанию, что ты не знаешь, откуда мы. И я лишь хочу припомнить, что пантеон богов был создан из божественной частицы, соединенным с человеческим биороботом. Получилось так, что мы обладаем сверхспособностями в человеческих телах. Люди, жившие на Земле в тот момент, называли нас богами, но боги были выше нас. Божественная суть, из которой мы созданы, также преобладает в вас. Но мы были созданы раньше. И от нас пошли дети человеческие, соединяясь с людьми. Мы встречались на своем пути с богиней Элладой. Я не знаю, вы знаете ее? Очень много богов и богинь было создано. Как я уже сказала, это были экспериментальные создания, как и все остальное. Но мы обладали сверхъестественными технологиями других цивилизаций, с которыми мы были, которые были соединены с биологическим телом. Уважаемая Афродита, а сколько же лет назад, по нашему летоисчислению, жили боги на Земле? Ты имеешь в виду наш пантеон? Ваш пантеон, да. Если вы еще... Дело в том, что под каждое развитие были созданы разные пантеоны, так как этим было легче управлять жившими на Земле на тот момент людьми. Мы говорим сейчас о миллионах годах? Как вы знаете, есть греческий пантеон, римский пантеон богов. Да. Дальше пошли другие религии и боги. Да, 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 да. Упрощая все... пантеоны, но все это не просто мифы, как вы их называете. Вы, как я вижу, можете просматривать историю с Египта. Можем. Из богов Египта до этого. Я не вижу вашей истории, но всегда присутствовали существа, обладающие сверхспособностями для управления проживающих на Земле. Да, но, к сожалению, сейчас у нас больше рептилоидов, чем светлых душ. Я благодарю вас за ваш подарок. Замечательно, уважаемая Афродита. Нам очень приятно, что вы приняли этот подарок. Вторая добрая традиция, мы никогда не говорим «прощайте». Мы всегда говорим «до скорых встреч». Возможно, у вашей сестры Ники когда-нибудь возникнет желание, если она сделает свои домашние задания и поднимет свою осознанность, встретиться со своим высшим «я», задать ему вопросы. В этом случае мы всегда приглашаем куратора в нашу комнату диагностики и вместе поднимаемся. Поэтому я говорю, до скорых встреч. Благодарим вас. Да, благодарим вас сердечно от меня, от моего имени, от Веры и от вашей сестрички Ники или Ларисы в земном варианте. И говорю, всего наилучшего, высоких вибраций, чистых энергий и до скорых встреч. Благодарю вас за эту встречу. Посылаю искры моих энергий. Принимаем с благодарностью вашу энергию, уважаемая Афродита. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Мы обращаемся к Ларисе. Лариса, как вам ваша встреча с Афродитой, одновременно вашим куратором? Великолепно. А самое главное, я чувствую стержень из искр внутри меня. Вижу его и понимаю, о чем речь. Отлично. Отлично. Я тоже считаю, на генетической памяти должны передаваться и хорошие моменты. Сейчас наверняка вы вспомните, кто вы есть на самом деле. И можете тогда осознанно пользоваться своими энергиями. Хорошо, Лариса. Сейчас мы будем возвращать вас назад, ваш биоробот, и перейдем сразу к чистке вашей квартиры. И
Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ларисы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Пошла синхронизация и гармонизация. Она говорит, что я понимаю, как важно мне искриться. Готово. И для этого вам совсем не нужны мифические арктурианские энергии. Вам нужны только ваши родные. Отлично. И отключаемся от объекта.